Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Ольга и мой канал «Затерянная в тайге». Вот это все года была река Волосница. Здесь было ни пройти, ни проехать. В этом году такого чуда никто не ожидал. Вдруг река куда-то ушла. Реки просто-напросто нет. Нет. Здесь она была такая, что здесь когда-то утонул мужик. Это ужас. А сейчас что случилось? Вот посмотрите, что случилось такое. Вот не было, здесь нельзя было проехать. Вот это то, что вот песок и доски навалены. Здесь все по этому месту текла река. Сейчас реки нет. Утичий бор, я не знаю, почему он так называется. Может то, что утей много, но я пока не видела ни одну. Вот это утичий бор. Сейчас я маленько пройду подальше и покажу вам классное-классное озеро. Та дорога направо. Там глухая-глухая тайга. Вот там водятся лоси. Там я познакомилась с лосенком Яшей. Лосиху мы не видели. Наверное, ее убили браконьеры. Но лосенок выжил. Он уже был большенький. И нормальные люди сказали, которые понимают, что он уже выживет. То есть, слава Богу, не погибнет один без матери. А вот там озеро. Я не знаю, это озеро искусственное или оно было, но здесь как бы у нас на этом озере и рыбачат, и купаются. Вот такое озеро. Мы держим двух собак. У нас две западносибирские лайки. Девочка и мальчик. Девочка Ася, а мальчик Адам. Вот мы их сюда вывозим на прогулку, чтобы они здесь побегали, порезвились, чтобы у них не было депрессии. Вот. Это навстречу мне бежит Ася. Это навстречу мне бежит Ася. Это девочка. Это девочка. Ася. А вот там впереди бежит кобелек. Вот озеро. Вообще слилось с неба. Красота. Сегодня вообще здесь классно. Ветер дует. И нету никаких комаров, ни паутов. Обычно нас тайги заедают поедом, не спасает ничего. А сегодня очень хорошо, очень. Но парит, наверное, будет дождь. Может даже гроза. Но грозы надо, дождя вообще, потому что все-все пересохло. Вот скоро здесь начнутся разработки. Здесь будут добывать, поставят земснаряды и будут добывать песок. Вот, это очень хорошо. У людей будет работа лет на 5. Здесь же все ПГС. Вот. Здесь такая песчано-гравийная смесь. Она нужна везде. Вот еще раз хочу показать это озеро. Посмотрите, вот мы живем в затерянном поселке среди лесов, болот и зон строгого режима. Но мне лично очень нравится. Душа отдыхает. Сердце поет. Приезжайте к нам. Здесь водится рыба, щуки, окуни. Вот там вдали-вдали сидит мужик в резиновой лодке. Что-то там рыбачит. Вот. А это опять Ася подбежала. Ася. А вот там он уже у нас старенький. Адам. Он травку ест. Видимо, лечится. Старенький это кобелек. Западно-сибирский, чистокровный. И он спас меня от медведя. Когда медведь на меня шел, он медведю схватился в загривок. Ну, в общем, в это время я успела смыться. Вот так вот, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал Ольга Затерянная в тайге. И я вам расскажу много-много интересного. Но позже, осенью, когда мы будем в самой настоящей глухой-глухой. Какая красота. Ели стоят. Высоченные. Вот это песчаная земля, шишки нападали. Вот. Утичий бор. Как хорошо на утичьем бору. Вообще. Какая красота. Но скоро сюда не зайти будет. Съедят живьем. На самую осень. Не зайти. Там вот
за этой чащей болото непроходимое. Вот здесь какой-то жиденький лес. Видимо, тут его хорошо затопляло. Здесь же зона затопляемости. Вода разливается очень сильно. Очень сильно разливается вода. И поэтому сосенки какие-то жидкие вот такие стоят. Вообще, очень жидкие. Болеют. Сейчас поближе подойду. Говорят, что на этом озере природное. То есть его искусственно назвали. Вот, так скажем, выкопала природа. Здесь, говорят, нет дна. Нет, здесь даже никто не рыбачит. Если только на лодках. А в Бедне ничем никто не рыбачит. Озеро бездонное. Сейчас не видно, что оно бездонное, потому что в нем утонули облака. Да, солнца нет, и оно аж черное. Вот это озеро на Утичем, оно искусственное. Его рыли, тут брали песок. Как бы здесь все люди купаются, отдыхают. Ну, нормально, когда никто не кусает. Но сегодня вот сейчас вот ветер, хорошо, опять все мошки улетели. Вот это Утичий бор. Начало Утичьего бора. Вот бегут две наши собаки. Вот опять Ася, девочка. Девочка бежит. И мальчик-кобель, Адам. Старенький уже.